Астропрогноз на 16 августа. Овен. Ваша методичность и скрупулезность в делах к вечеру даст свои плоды в виде отлично выполненных заданий. Телец. Так как сегодня вы можете оказаться между двух огней в ситуации, в которой давно назревает конфликт, то продумайте план отступления заранее. Близнецы. Ваш бюджет заметно увеличился в последнее время, так что не бойтесь тратить и откладывать деньги про запас. Рак. Не самое лучшее время для профессиональных высот, так что нет смысла тратить массу времени и сил на работу. Лев. Возможно, у некоторых представительниц знака появится обеспеченный покровитель, который поможет решить финансовые проблемы. Дева. Если ваши мысли не подкреплены корыстными планами, то вскоре вам улыбнется удача и появятся новые приятные события. Весы. Если вы работаете в сфере рекламы, то знайте, что проделанная работа вскоре обернется хорошим гонораром. Скорпион. Будьте уверены в своей правоте и реализуйте в жизнь планы, которые давно носите в голове. Стрелец. Этот месяц очень прибыльный, поэтому не отказывайтесь от новых предложений. Козерог. Прислушайтесь к опытным наставникам. Их советы очень пригодятся для решения тех дел, которые вы отложили до лучших времен. Водолей. Будьте осторожны. Это касается не только транспорта, но и финансовых трат. Рыбы. Нет смысла спорить с людьми, которые выше вас по рангу. Даже если они не правы, все равно вашу точку зрения не услышат.